Сегодня здесь внештатный советник министра цифрового развития, да, у нас Мусин, господин, и управляющий директор Каспост Диджитал. С таким аналоговым микрофоном, как будто на концерте, типа там, в советское время. Всем привет! Меня зовут Асем, Асем Нургалиева. Да, я в данный момент, мое основное место работы, я являюсь управляющим директором по IT в АО «Казпочта». Я там работаю буквально недавно. Всегда, когда я начинаю говорить о том, что я работаю в «Казпочте», обязательно у кого-то в аудитории теряется какая-нибудь посылка, и все начинают спрашивать, типа, у меня посылка потерялась. А почему у вас трекинг не работает? Ну, в целом, как бы, да, я там работаю в IT. Наверное, одна из многих или немногих девушек в IT, которая возглавляет IT-направление, да, и вот у нас, в принципе, сейчас такая большая некоммерческая организация Technowoman KZ, и мы продвигаем женщин в IT, девушек в IT, вообще популяризируем девушек на управленческих позициях и, собственно, в технологических отраслях. Также я являюсь, в принципе, как уже было сказано, внештатным советником Богдана Петербековича Мусина, курирую активности здесь, в Алмате, являюсь лидером Алматы IT-комьюнити-клуба. В нашем IT-комьюнити сейчас порядка, ну, приближаемся к 1000 человек, да, уже очень много. Это IT-шники, разработчики, мальчики, девочки, IT-компании, банкиры, все, кто каким-то образом связан с цифровизацией. Люди вступают в комьюнити для того, чтобы нетворкиться, для того, чтобы знакомиться друг с другом, потому что в целом комьюнити – это очень хорошая платформа, плацдарм для того, чтобы решать очень много своих вопросов. Сегодня я очень кратко попробую рассказать вообще тему мастер-класса «Профессиональный нетворкинг». И на это нужно там полтора часа для того, чтобы хотя бы донести какие-то мысли, поэтому я очень быстро буду говорить, какие-то вещи я буду пропускать. Вот. Но если какие-то у кого будут еще вопросы, вы можете мне там потом задавать, да? Вот. Прекрасно. Что такое вообще нетворкинг, что такое профессиональный нетворкинг? Нетворкинг – это то, чем вы занимаетесь каждый день. Каждый день вы знакомитесь с людьми. И, в принципе, сейчас, и это не только история про Казахстан или про Азию, вообще в целом полезные знакомства и связи способны решать очень много вопросов. Это было всегда, это есть всегда, и это всегда будет. Самое главное – в профессиональный нетворкинг – это когда можно это все делать максимально нетоксично, экологично, и для того, чтобы это все решало действительно какие-то ваши задачи, приносило пользу, да, для вас. Вот про это, наверное, мы в большей степени говорим. Профессиональный нетворкинг – это мастер-класс, который есть, и мы его читаем в рамках первой школы карьеры Жанаргули Зимовой. Это тоже одна из техновумен, членов ассоциации. Она как раз занимается прокачкой всех молодых людей, кто хочет зарейдить зарплату, найти себе работу лучше, сделать классное резюме, пройти крутое интервью и так далее. Да? И в частности, профессиональный нетворкинг в том числе позволяет всегда находить более хорошие проекты, более доходные проекты, да, позволяют найти там новую работу. То есть очень много разных возможностей.